Доброго времени суток. Посадка грибов. Так это происходит. Это ограничители, которые не позволяют субстрат, чтобы не выпил из емкости. Так, а поможи сетку. В шухляде. Вот. Я сказал. Так. Что у нас здесь? Вот прекрасно все тут видно. Вот приготовленный субстрат. Вот он. Как вы поняли, крышка является сразу же и столом, и в дальнейшем субстрат извлекается на стол, и я покажу, как делается непосредственно сама посадка. Для извлечения субстрата будем применять вот такой вот прибор, именуемый вила. Но прежде чем приступать к извлечению субстрата, нужно их обработать. Для этого будем использовать просто жидкое мыло и с помощью тряпки и мыла производим обработку вот этого хитрого или нехитрого прибора. Надо обработать все полностью и ручку. И саму вот это железо. В дальнейшем для остывания субстрат переносится на стол. И я покажу, как экспресс-методом быстро делать посадку на блоки. И на блоки будем делать вешалку. Субстрат мы приготовили еще позавчера, то есть производился нагрев. То есть это сутки он просто так стоял, воду слили, а вчера не удалось сделать посадку, поэтому делаем сегодня, ничего страшного. Взял под крышкой, немного остыл, потому что сама посадка делается очень быстро и желательно, чтобы субстрат остыл перед этим. Как видим, несмотря на то, что он стоял почти, сутки, он как был горячий, так и остался горячим. Для этого мы его переносим на стол и равномерно распределяем. Отдельное видео я буду снимать
Относительно помещения вот для приготовления субстрата. Здесь, казалось бы, ничего хитрого. Но какой-то сарай, в котором можно это все сделать. Но на самом деле к этому помещению ставятся такие требования. Так как здесь производится варка, и здесь постоянно много пара, то особенно в холодное время суток и года просто колоссальное количество конденсата оседает на потолках, на потолке, и потом этот конденсат начинает капать с потолка грязного и таким образом инфицирует субстрат. Значит, для этого пришлось применить тут способ, чтобы это все устранить. Здесь данный двойной потолок, вроде как термос. То есть это мероприятие позволило устранить такой неприятный момент, чтобы смыв с потолком не попадал именно в субстрат. И теперь здесь производим, так сказать, перекапывание вот этого субстрата для того, чтобы он остывал. Потому что при закладке он утрамбован по-влажному. А сейчас его приходится расковыривать. Ну и уже так с опытом это все. И в центре делается такая яма, которая позволяет ему быстрее остывать. Ощущение здесь в данный момент. Не точно себя чувствую, как в сауне. Здесь не надо уже в сауну ходить. Потому что здесь влажность пар такой же. Просто жак. Так. Вот. Производим перекапывание такое. Вот этого всего. Ну и часть его остывает здесь, часть его остывает уже непосредственно на столе. Вот таким вот образом. Сейчас покажу поближе, возможно, чтобы это все рассмотреть. Вот так выкладываем субстрат. Ну, здесь слой какой-то там сантиметров. Но я его не буду трогать, я еще руки не обработал. Сантиметров здесь получается, ну, 30, скажем так, выкладывается. Он здесь остывает, и потом я покажу, как делается непосредственно сама посадка. Экспресс-методом, очень так удобно и быстро. Здесь, как видим, сама емкость. Вот там производится топка. Ну, здесь штатив. С этого штатива вы смотрите, как это все здесь происходит. Ну, столы предназначены для того, чтобы первично перемещать туда блоки. Это очень удобно. Фух, жарко, просто жарко здесь. И, ага, вот они. Видите? Нужно было добавить двойной вот такой потолок. И на нем конденсат не образуется. Он образуется с внутренней, то есть с внешней стороны вот этого металлопрофиля. И здесь, так как он образуется, чтобы он не затекал там и не образовывал, значит, ванночки с водой под крышей, вот этот металлопрофиль выведен на внешнюю сторону. И даже если там собирается огромное количество вот этого конденсата, а зимой, поверьте, это происходит просто в колоссальных количествах. Он стекает вот в этот профиль и спокойно себе устраняется на улицу и вытекает туда, даже если он собрался. Вот таким вот образом удалось избавиться от такой проблемы. Ну, осталось только приступить непосредственно к посадке. Сейчас уже дотянем наше видео
до 10 минут, для того, чтобы можно было бы там разместить в рекламу, потому что холостую работать, естественно, абсолютно не хочется. Так что в следующем видео я покажу, как делается экспресс-посадка мешки.